Подорожание проезда в общественном транспорте на 2 гривны кардинально изменило жизнь большинства мариупольцев. Если ранее проезд в маршрутках составлял 6 гривен, то с 1 марта пассажиры вынуждены платить 8. В троллейбусах и в трамваях тоже произошло подорожание с 5 до 7 гривен. Все жители Мариуполя негативно отнеслись к этой новости. Часть из них стали чаще ходить пешком и принципиально отказываются от общественного транспорта. Мы не пользуемся общественным транспортом. Мы как раз вот обсуждали этот момент сейчас, минут 5 назад. Что будет, если люди начнут ходить пешком от остановки к остановке? Вот. А какие экономические проблемы начнутся у транспортников, да. Что изменится у них? А так, скорее всего, люди станут здоровее и будут ходить пешком на большие расстояния. Некоторые нашли другую альтернативу и ждут потепления, чтобы воспользоваться велосипедом. Приходится ездить, и приходится с этими ценами свыкаться. Но летом есть альтернатива – велосипед, поэтому меня лето не пугает. Студенты города отмечают, что у них нет выбора, и на учебу все равно приходится добираться на автобусе. Однако частые поездки сильно ударили по кошельку, а приобретать проездной не всем выгодно, так как не всегда есть возможность пользоваться муниципальным транспортом. К сожалению, реже ездить я не стала, потому что моя учеба обязывает меня ездить каждый день, и альтернатив у меня нет, поэтому мне приходится тратить большую количественную сумму на проезд. У нас в городе много студентов, заводчан, все, кто работает, и повышение цен так или иначе повлияло на их финансовую. Всем нужно на работу ездить. Некоторые с пересадками с левого берега ездят. В любом случае, это бьет по карману. Пенсионеры стали отказываться от поездок в маршрутных такси. Я езжу больше на троллейбусе, там не требуют. А на маршрутке я уже не сажусь, потому что выгоняют. Я туда уже и не сажусь, боюсь даже подходить. Потому что я пока с палочкой залезу, кому оно надо? Время теряет. Стоит отметить, что сами водители не поддерживают подорожание проезда. Однако объясняться на камеру они отказались. Стало хуже. Людей меньше стало ездить, а планы больше. Как решить проблему с подорожанием? Мнения мариупольцев разделились. Одни считают, что нужно отменить льготные категории и платить всем понемногу. Вот считаю, что, наверное, лучшим способом было бы это со всех по чуть-чуть брать. То есть не сразу по 8 рублей, да, там, а со всех понемногу, там, с пенсионеров там 3 рубля, да, с детей там по гривне, там, по 5 рублей, может, со взрослого человека или по 6. Другие же предлагают городу полностью отказаться от частных маршруток и использовать лишь коммунальный транспорт.